Дорогие друзья, сейчас я приехала к маме на огород, и вы знаете, здесь такая неописуемая красота. Сезон, начался сезон пионов, и хочу этой красотой, конечно же, поделиться с вами, ну и, конечно же, задать Надежде несколько вопросов. День добрый, уважаемые любители цветов. Но сегодня в наш экран попадают пионы, потому что сейчас время цветения пионов. А чем замечательны пионы? Тем, что они, ну, есть ранние, есть среднецветущие, есть поздноцветущие. Так что вот уже есть сорта, которые отцвели, а есть, которые, вот посмотрите, вот в самой-самой-самой красе. Видите, какая красота. Шапки, ну, просто огромные. Вот сразу, видите, даже сравнение своим лицом. Такая красота. Три пиона, и уже замечательный букет получается. Надюш, а вот секрет, расскажи, вот у кого-то помельче пионы, у кого-то побольше пионы, как добиться вот именно такой крупной большой шапки? Ну, это от многого зависит. Во-первых, от того, как за ними ухаживать. Нет, первое, конечно, от сорта. Есть сорта более мелкие, есть более крупные. Ну, в основном сильно мелких нету, но крупные. Это первое. Второе, вот знаете, на пионах растут вот такие вот как бы боковые детки, да? И их надо обрывать, то есть на веточке, чтобы оставался один пион. Это типа пасынка, что ли, да? Да, как у помидора. Пасынки, их бывает до 5, даже иногда до 7 штук на одном стебле. И поэтому вот, не жалея, их надо обрывать. Конечно, это раньше надо делать. Ты всегда, да, обрываешь? Конечно, конечно. И тогда вся красота уходит вот один такой цветок. Вот видите, он больше метра высоты. И представьте, если вот его срезать и поставить, это, ну, красота неописуемая. Тут вот еще неописуемая красота летает. Это вредители, да? Да. Посмотри, какие красивые жучки. Но не надо обольщаться. Бронзовка. Вредители, бронзовка. Она очень любит. Видите, она вот внутрь туда забирается. Вот солнышко выглянуло, и она полетела, полетела. Вот сейчас только вот этот прилетел. Они начинают его просто, ну, грызть, кушать. И портят красоту, да? Конечно, сильно большого вреда они не приносят. Когда их не так много, но если много, это, конечно, катастрофа. Я их просто собираю в баночку, ну, и ликвидируешь, да? Уничтожаю, да. А еще по разновидности пионы у нас есть какие? Есть, вот видите, вот здесь вот как бы, я даже не знаю, их 9 вообще названий. Есть полусфера, есть целая сфера. Есть вот, называется даже как бомбочка, вот на этот, обратите внимание. О, давайте, видите, на бомбочку. Никакой формы нету, да, вот вроде эти вниз, эти вверх. А, это бомбочка, это вверх, да? Это называется бомбочкообразное цветение. А есть розообразное цветение.
Есть, значит, лотосообразное цветение. То есть вот эти вот цветки мы иногда смотрим и подразделяем, ну какие, розовые, белые, ну темные такие, ну, да, бордовые, по цветам в основном. Да, по цветам. Но стоит на них приглядеться, они все абсолютно разные, сорта разные, и цветут они все тоже по-разному. Поэтому сейчас очень много различных, значит, цветов пионов. У меня, конечно, и желтая есть. Аня, если можно показать. Да, покажем обязательно. Желтый покажем. Вот, можно сюда. А почему вот он хлорозит, Надюш? Ну, хлорозит, не знаю, я его уже... Залили? Железом? Может быть, залили, да. У меня тут внук любитель поливать на одном месте. И возможно, что вот он... Видите, вот какой, ну, красивый, замечательный, конечно, замечательный цветочек, да? Красота. И вот, вот посмотрите тоже. Вот белый один цветок, да? Вот он вроде как белый. Он чуть-чуть, в нем какая-то розовиночка есть, но ее сейчас при свете сильно незаметно. Видите, вот тут такие широкие лепестки, а тут мелкие-мелкие. На кувшинку чуть-чуть похоже, так, да? И вот тут вот рядом. Давайте в другом посмотрим. Другой. А, ну вот этот, как ты их называла, бомбочка? Нет, нет, это не бомбочка. Это вот идет, скорее всего, даже не совсем как полусфера. Видите, у него внутри пустовато немного. Это у нас идет, как, наверное, эти лотосовидные, видите, вот край как лотос, ну, да, идет похож здесь. А вот это вот уже полусфера. Посмотрите, они полностью вот все, и серединка закрыта, и все, все, все. Вот это вот уже цветок полусферы идет. Интересненько. Угу. Надюша, а вот этому кусту у тебя сколько лет, вот белый вот этот? Вот этот белый, этому кусту, ну вот, если честно сказать, я вот их покупала, садила, ни названия точно не могу сказать, потому что, ну, как-то не зациклилась, понравился, я купила и посадила. И в какое время садила? Ну, не менее 7 лет вот этому кусту. А сколько на одном месте рекомендуется? Ну, вообще, они могут до 30 лет на одном месте расти, но они потихонечку начинают измельчаться, потому что у них корни очень плотные, они уплотняются, им некуда, только с краев. Поэтому рекомендуется лет через 10-15 их пересаживать. А самая красота наступает. Некоторые вот посадили и ждут, вот сейчас красота будет. Нет, ребята, самая красота наступает на третий год. Первый год желательно, они могут даже вообще ни одного бутона не выпустить. А если даже выпустят на первый год, я бы рекомендовала эти бутоны убрать. А тогда они больше нарастят корневую массу, и на следующий год они уже тоже могут зацвести. На следующий год можно для интереса оставить один цветок. А вот на третий год это уже будет красота, и красота эта будет длиться. Ну, знаете, вот до 50-60 штук на кусту. На кусту, да? Да. Какова красота. Вот так вот такой красотой не любоваться. Ну, да. Вот эти бордовые, эти молоденькие. К сожалению, я уже, наверное, говорила, я покупала вот 4 разных сорта. Это участников. Когда выросли, оказалось, все 4 одинаковые. Обидно, конечно, когда люди обманывают. Ну, всякое бывает. Но зато то, что я выписывала где-то в каких-то фирмах конкретных, ни разу не обманули, и все пионы сходили и очень хорошо переживали. А по удобрениям, Надюш, как-то вот увлекаешься удобрениями? Нет? А знаете, вот сильно удобрениями я не увлекаюсь. Я по осени, даже начиная с осени или ранней весной, золу немножко раскидываю. Они очень любят золу, древесная зола. У нас вот здесь банька есть, мы топим баньку, и я по ним раскидываю золу. Ну и потом классическая. У меня стоит большая ванна. В ней, значит, что? Крапива, в ней, значит, конский навоз. Потом немножко я добавляю старое варенье и чуть-чуть добавляю дрожжей. Вот все это переваривается. Запах, конечно, не очень приятный, но все цветочки и все растения очень любят. И вот где-то литр на ведро воды я вот такой вот под кормочкой вкусненькой поливаю. Наша традиционная жижа, да, российская. Да, наша традиционная. А такими химическими удобрениями, ну, в общем-то, очень редко пользуюсь. В основном вот такое. Вот видите, еще один желтый цветок. Вот я его даже название запомнила, Бальтазар. А, это другой. Не как там растет, видите, даже заметно. Ну, не хлорозит, потому что его здесь лишнее не поливали.
Ну и мне очень нравятся вот такие вот, как я и говорю, простушки, да, на вроде как на вид. Но это очень сортовой цветок. Посмотрите, вот он конкретно лотосовидный. Видите, у него вот такие... В две ладошки входят. Такие, да, в две ладошки вот такой вот огромный. И внутри такие вот пестики очень-очень красивые. Очень эффектно смотрится. И вот так вот раскрывается потихонечку. Вот в такой большой красавец. Поэтому... Ну, каждый цветок по-своему красив. А, красота в красоте, да? А на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. До скорых встреч, друзья. Помните, красота спасет мир. До скорого свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы благодарим, что вы досмотрели это видео до конца. До скорых встреч.